Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества представило на соискание Ленинской премии народного артиста Республики Чеснокова за исполнение роли Ленина в спектакле «Грозовой год». Фрагмент из спектакля. Товарищ Василий! Владимир Ильич! Здравствуйте, дорогой! Дорогой Владимир Ильич! Ну вот, зашел справиться о вашем здоровье. Я здоров, как Илья Муромец. И сегодня же приступай к работе. Александр Иванович, кажется, сейчас начинается заседание совнаркома? Да. Вот и прекрасно, мне пора. Позвольте, Владимир Ильич. Александр Иванович, стоит сюда. Позвольте, что живо. Что вы делаете, Владимир Ильич? Вот вам бумага и карандаш. Пишите, Владимир Ильич. Первое. Сообщить всем, в том числе и врачам, что председатель Совета народных комиссаров сегодня окончательно выздоровел и приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Второе. Сегодня же представьте все материалы для организации продовольственной армии, о социальном обеспечении и о детском питании. И достаньте мне в Румянцевской библиотеке книги вот по этому списку. Все, Владимир Ильич. Пока все. Остальное я договорю потом. А сейчас надо идти на совнарком. Ну, товарищ Васильевич, возвращайтесь живым и здоровым. У нас с вами еще горе работы впереди. Мы ведь только начинаем.